И о да, боже мой, какой рассвет. Это надо такое чудо. Какая красота, господи. Да какая же красота, господи. Я еще лохматая. Только что проснулась. Пойдем. Доброе утро, господи, какая красота. Господи, какая красота. Чудо-чудное, диво-дивное. Чуть-чуть прохладненько, ветерочек. Ну, хорошо. И какое потрясающее утро. Я сегодня провела отсюда два стрима, два прямых эфира. Боже, какая сказка. Это жизнь. Вот она, это жизнь. Это просто что-то невероятное. И у меня душа ликует и поет. Вот она, моя кроватка. Это у меня стоит штучка, этот кофе варила. Сейчас я ее просто бумажкой протру. И все. Собственно, мыть ничего не надо. Семку нашла. Зацепилась, теперь семечку буду есть. Решила уборочку устроить. Боже, какая красота. Я утром проснулась в 6:30. Такая узкая полоска неба была. Такого ярко-розового цвета. Еще такое темное небо было. А потом думаю... Не, хорошо, конечно, встать. Я планировала встать в 6 утра, сварить кофеечек, а потом мне спать хочу. И легла, как задрыхла, и через час проснулась. Так. Тут, наверное, тряпочкой надо какое-то это делать. А не этой, не бумажкой. Не этой, не полотенцем бумажным. Ну, ладно. Бог с ним. Все красиво. Тут у меня вот это все деревом отделано. Тут у меня помада. Все на своем месте. Тут у меня точилка для карандаша. Так что ничего. Зря место не пропадает никакое. Тут еще кусочек. Можно сюда что-то положить. Так, мусор положу сюда. Холодильничек мой красавчик такой. Водичку сейчас наберу снова. Вчера в Ваве набрала воды холодной. И мне хватило воды. Вот. И на кофе, и на... На шелуху семян подорожника и на все хватило. Так что можно, собственно, воду с собой, бутылки не возить. Я обычно вожу полный холодильник этой воды. Незачем. И решила все-таки избавиться от чего-то. Уже в следующую поездку я вот эту громадину брать не буду, холодильник. Я туда поставлю вот эту вот сумку. Вот у меня в сумке угли лежат. Потому что здесь и не место. Тут у меня... как бы занимает мое жилое место, жилое пространство. Так, все. Это шелуха семян я насыпаю сюда в бутылочку. Потому что оно просыпается, иначе в бутылку не попасть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, конечно, пока не обваляем. Мы ж никак. Пока не обваляем. Так вот, я здесь тоже подмету чуть-чуть. Все. Красотень, чистотень. Поехали дальше. Ты же не дятел, ты же ворона. Иди, я тебе сейчас семечки. Теперь надо порядок навести. У меня тут семечки рассыпались. И... Оно как бы некрасиво. Да и вообще надо порядок навести. Тут чего только нет. И половину, наверное, надо повыбрасывать. Ну, половину не половину, но что-то надо повыбрасывать. Семки. Так. Печенюхи мои. Господи, вроде когда маленькая такая штучка. Вон, смотри, сколько сюда помещается в одну. О, давно тут надо было все почистить. Ножи, вилки, ложки. Ой, чего только тут нет, господи. Чего только. И соусы, и чаи, и чего только. Так. И пакетики какие-то ненужные совсем. И вот эти штучки мне совсем здесь не нужны. Пусть она уже будет здесь.
торчит. И майонезы, и мои... Ой, таблетку забыла сегодня выпить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, собственно, ничего страшного. И перец здесь у меня. Надо отдельно куда-то в пакетик все это сложить, потому что разбросано. И вот семки я сейчас эти все повыбрасываю. Как раз возле меня ходит ворона. Прям со мной заигрывает. Идем, воронушка моя. Иди, я тебе семки дам. Иди. Вот так вот. Такой вроде как маленький, да? Маленький-маленький вот этот вот столик, или как сказать, тумбочка, как его назвать правильно. Но какой же он вместительный, и как много сюда помещается. Я даже когда-то хотела один из этих вот ящиков отдать под одежду. Но потом у меня одежда вся поместилась под матрасом. Так хорошо разглажена лежит, поэтому у меня тут гуляй не хочу. Это у меня картошка, пюре. Не надо рассыпаться. Это у меня моя каша овсяная. Это у меня, понятное дело, супчик. Это мои витаминки. Здесь крем вообще. Что он тут делает, крем? Еще раз супчик. Так, давайте я вас разложу вот так по полочкам. Что я ем часто, что я ем редко. Это я, наверное, по дороге съем. Сейчас себе туда положу. Печенюшка. Печенюшка. И печенюшка хватит. Это у меня сушеная Milberries. Это как она называется? Господи, мы же ее рвали на деревьях. Есть черная и шелковица. Шелковица. Белая шелковица, сушеная, засушенная. Пакетик не знаю для чего, но пусть будут. Пригодятся в жизни еще супчик. Еще с Калифорнии. Я в Калифорнию с собой возила, привезла обратно. И так я их и не доела. Это у меня сода. Сода обязательно, потому что я пью соду каждый день. Это просто для меня основа основ. Так, ложечка сюда иди. Пакетики сюда. Это у меня соль. В таком громадном пакете так мало соли. Ну ладно уже. Пусть уже так и будет. Бог с ним. Это у меня кофеечек только что попила. Это у меня... Обожаю вот эти вот вещи. Морская трава. Так. Это у меня вегета. Без вегеты вообще никуда. Так. Это у меня сахар. И чашечка. В чашку положим сахар, чтобы место зря не пропадало. Вот это тоже со мной съездила в Калифорнию, вернулась обратно. Не знаю, пусть, наверное, выбросить уже надо. Такой сухарик, покрытый шоколадом. Да пусть лежит. Хлеба не просит, правильно? Семки. Баттер энд гарлик. Может быть, даже сегодня сварю пасту вот эту вот. Гарлик это чеснок с чесноком и с маслом. Не знаю, как это сварю. Вот еще две семечки. Надо, наверное, их пересыпать в одну коробку. Ну ладно, не буду уже пересыпать. Все. Тут у меня порядок. Вот эти все соусы надо сложить в один пакетик, чтобы они не болтались у меня по всей, по этой красоте. Вот сюда сейчас я пакетики все сложу. Так, все, красота. Здесь у меня чистота и красота. Так, этот крем почему-то у меня лежал в продуктах. Он должен лежать совсем в другом месте. А витаминочки мои я положу вот сюда, чтобы они... Или, наверное, надо их вот сюда, чтобы они всегда были с утра под... Первое, что я пью, это витаминку. Но я забываю часто. Палочки пусть лежат, трубочки пригодятся. Все, идем на место. А там более-менее относительный порядок. Хотя тоже, конечно, там рис. И чего только, и чего только, и чего только. Ладно. Сижу и сама себя подгоняю. Вставай уже, иди. Иди посмотри, как рыбаки ловят рыбку. Пойди на пляж. Не могу сдвинуться с этого места. Не могу. Ну так хорошо, ну так уютно. Мальчишки новые приехали на рыбалку. Просто сижу и просто кайфую.
ощущение невероятное. Как будто я в детстве, и мне 7 лет. Весь мир передо мной, все мое. Исключительное счастье. И вся жизнь впереди. Я сижу и думаю, что за шум такой? А я ж семечки бросила, вот они. Сейчас они снова прилетят, и я покажу. Птички маленькие налетели, и давай их есть. Я их спугнула. И вот сказать честно, не хочу никуда отсюда уезжать. И вот себя толкаю в спину, уезжай, давай, ты же хотела на Ки-Вест, давай. А я не хочу, я не могу. Я одна в такой красоте. Боже, как переливается море, вернее река. Вот я сейчас вот там соберусь, вот там буду готовить себе, или вот на этом столике под солнцем, или там под крышей, буду готовить себе уху. Я буду себе варить уху из консервы, из рыбной. Вот не хочу никуда ехать. Не хочу. Пойду сегодня рыбку ловить. Вот туда, в ту сторону немножко проеду. Я так давно мечтала вот приехать в такое место, остаться здесь на неделю, вообще не выезжать никуда. Еды навалом. Единственное, что сегодня поеду, затарюсь немножко водичкой, потому что у меня мало воды. И все. И вообще не выездная. И сижу только здесь, на этом острове. Боже, какая красота. Читай книжечку, смотри какие-то фильмы. Вот зачем куда-то ехать? Не хочу ехать. Так что Ки-Вест пока отменяется. Я просто проведу неделю в этом парке. Я думаю, что меня так мучает? Почему я не хочу никуда ехать? Да потому что просто не хочу. Итак, я покажу еще раз туалеты. Я покажу еще раз вот здесь. Это людям, чтобы, ну, люди с рыбалки, чтобы они могли рыбку тут помыть. И сами, как сказать, и вон подключили телефон там, либо что нужно вам подключиться. И вот еще розетки здесь лежат. Рядышком написано, какой госпиталь находится здесь. И когда я здесь, я всегда захожу вот в такой вот отдельный туалетик. Вот такой вот. Я здесь помыла лицо, умыла, почистила зубки и так далее, и тому подобное. Чистота, красота. И вот, собственно, можно и сюда. Но тут никогда никого не бывает. Я тут всегда одна, потому что, ну, крайне редко я кого-то здесь вижу. Тут 2 туалетика. Опять же, сушилка, вкусное мыло. Это baby changing. Короче, пойдем в мой собственный туалет. Он просто мой собственный. Ну какая красота. Немножко прохладненько, конечно, я уже сняла. Пеликан какой красивый. Я уже сняла с себя эту кофту теплую. На солнце очень тепло, а вот в тенечке прохладно, потому что так поддувает и ветерочек такой прям. Короче говоря, парк со всеми удобствами. Один туалет, следом второй, потом там на въезде третий и еще. По-моему, тут 4 или 5 туалетов. Короче говоря, через каждые 100 метров. Ой, вот тут я хочу готовить. Вот. Вот оно мое место. Вот оно мое сказочное место. Вау! Снимаю тапки. Пошли. Вот оно мое место. Я прямо тут же буду плавать. Я уже одела купальник. Вот для костра, пожалуйста, можно развести костер. Боже, какая сказка! А что это такое там зеленое лежит вот там? А, это кусок арбуза. Вот люди свинюки. Ну как можно быть такими свинюками? Ну, видишь с собой свою грязь. И вон еще там. Ой, как хорошо. Господи, как хорошо. И вот зачем мне куда-то ехать? Боже мой, весь мир мой. Весь мир мой. Итак, я останавливаюсь здесь. Вот там обрывчик немножко обвалился. Обвалила земля. Там лентой заклеили. Вот это мое место. Сейчас я тут буду готовить. И буду кайфовать. И тут буду загорать. И не хочу даже я того пляжа. Ну, в смысле, пляжа не хочу. Вот там, пошли пляжные полосы. Сам пляж, сам океан. Нет. Я хочу быть здесь. Вот, теперь я точно на необитаемом острове. Я Робинзон Крузо. Офигеть, какая красота. Вау. Ну, место, конечно, потрясающее. Мое.
И вот там тоже сколько столов, еще надо все это обследовать, но мое место, конечно, возле воды. Это уже 100% холодно. Несмотря на солнце, все-таки холодно, и ветерочек поддувает достаточно холодно. Ну, что говорит, ночью было 8 градусов тепла, сейчас, наверное, 12, 13, может быть, 15 градусов. Если бы не было ветра, было бы просто прекрасно. Сейчас я посмотрю, сколько же, какая же погода. Но я так вот постояла немножко, когда двигаешься нормально, постояла чуть-чуть и просто чувствую, что так примерзла чуть-чуть. Пошла менять кофту, а потом думаю, да зачем, собственно, надо походить и все. И вон сколько столов там тоже кругом. Боже, какая красота. Я просто в раю. Ворона все со мной заигрывает. Итак, пошли. Вот там мое место, Робинзонское, Крузовское. И пошли, посмотрим. Вот тут, вот, видимо, собираются какашки. А в этом штуке отсюда все это отсасывается. Запахов вообще никаких нет возле туалета. Туалетом совершенно не пахнет. Вот там какая-то прям подиум какой-то. Можно пойти потанцевать. Ой, как тут хорошо вечером. Вот я все, я остаюсь точно. Я вечером сейчас натаскаю сюда вот этих бревнышек. И вечером разведу огонь. Боже, какой кайф, какой романтик. Вау, просто романтик. Видите, жаровни. Ой, как здорово. Господи, да как же здорово. Еще один пляжик, еще один столик. И еще круче, чем то место. Это надо. Ой, как хорошо, господи. И вот еще один столик. Не, на соседи мне не нужны, поэтому я буду там на своем необитаемом острове, где один столик стоит. Как здорово, боже, как здорово. Я прямо спала бы вот здесь. Если бы палатка была, я прямо спала бы вот здесь. Ну, бздошно, конечно, если честно. Вот у меня за этими кустиками мой необитаемый остров. Кайфушка. А тут вообще совсем необитаемое место. Но тут нет стола. Вау, какая красота! Ну это просто красота какая-то, я не знаю. Я сейчас уписываюсь от счастья, честно. Красота. Надо сделать выйти на улицу, но я уже, ладно, не стала. Итак, я насыпаю сюда шелуху семян подорожника в воду. Облизываю ложку. Закрываю шелуху. Закрываю. Закрываю и взбалтываю. К сожалению, вот это у меня без вкуса. Я купила ее безвкусную. Вообще, обычно я покупаю со вкусом апельсина. Она становится такого апельсинового цвета и вкус апельсина. Это тоже такая приятненькая. Но вот этой вкусноты, конечно, нет. Это была ошибка. Итак, бон аппетит мне. Итак, я хочу сейчас взять шланг и просто помыть слегка свою машину. Хотя она у меня чистая. Ну, для того, чтобы вам показать и самой посмотреть. Правильно? Открываем. Замечательно. И тут можно, пожалуйста, можно машинку помыть со всех сторон. Вот таким вот образом. Ой, какая радуга! Боже, как красиво! Радуга-дуга! Я хочу помыть с той стороны стекло, потому что я, когда открываю стекло, там что-то так сильно шкварчит. Вот я создаю сама радугу. Боже, какая красота. Шлангом там сильно-сильно водой провела, и уже все, открывается окно без звука. То слышно было, что там у меня застрял какой-то песок. Как падают за рыбой. Боже, какая красота! Вот это с правой стороны от меня вода, это река. Это река Indian River. А за кустами с левой стороны сразу океан. Вот такая узенькая-узенькая полосочка земли. Надо обогнать вот этого велосипедиста. Do not pass, но я и не пасю.